Уборочная кампания подходит к завершающей стадии. Местные аграрии подводят предварительные итоги. Уборка основных сельскохозяйственных культур уже завершена. Осталось убрать чуть больше 3000 гектаров поздних культур. Это проса, гречиха и кукуруза на зерно. По сообщению Министерства агропромышленного комплекса, с начала года было засеяно 1 миллион 23 тысяч гектаров земли. Лидером по валовому сбору зерна признан Меликесский район. Самый высокий показатель урожайности отмечается в Щердоклинском районе. Это 25,9 центнера с гектара. В период уборочной кампании не раз мы отмечены были, соответственно, как лидеры по темпам уборки. Здесь я, конечно, в первую очередь хотел бы поблагодарить и руководителей госпредприятий, и руководителей госуправления, и глав муниципальных образований за профессионально организованную работу. Всего же с ульянских полей удалось собрать 1 миллион 180 тысяч тонн зерна. Это выше уровня целевого показателя за 5 лет. Подобная сумма может гарантировать хорошие доходы фермерам, обеспечить внутренние потребности области в зерне, а также увеличить экспортные поставки. Сохранить зерно в целостности и сохранности помогают элеваторы. Один из них находится в Новоспасском районе. Площадка, она вполне позволяет это сделать. Здесь порядка 10 мировых трейдеров работает на территории, и крестьяне Юго-Ульяновской области, не только Юго-Ульяновской области, пользуются этим. Элеватор способен принимать и отгружать до 100 тысяч тонн продукции в год. В этом году принято уже около 40 тысяч тонн зерна. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, новости Ульяновской правды.